Вне сомнений, отличный матч нас ждет сегодня. Это первая полуфинальная кубковая встреча. Оставайтесь с нами и смотрите в прямом эфире «Вильярреал» против мадридского «Атлетико». Сегодня у нас большая игра. Мы смотрим полуфинальный матч Кубка Испании. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте. Всем привет. На стадии полуфиналов в Кубках становится все особенно интересно, потому что до финала остается один шаг, потому что из полуфинала уже никто не хочет вылетать. И потому что в полуфинале этот трофей приобретает вполне реальное очертание. Поэтому сегодня будет жара. Давайте смотреть. Сегодня Вильярреал встречается с мадридским «Атлетико». Жезус. Перед нами состав Вильярреала. Можно забивать. В перекладину мяч попадает. Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Мяч у соперника. Коке. Гризман. Жезус. Вратарь забирает мяч в прыжке. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Антуан Гризман. Жезус! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Гризман. Суарес. Габриэль Жезус. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Жезус. Лемар. Томас. Наносит удар игрок. Опасно! Нет, не был со штрафной. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Ужасное исполнение. Вратарь мяча. Яник Караско. Может получиться интересная атака. Хорошее владение мячом. Можно выходить вперед. Бей! Отличный сейв вратаря. Томас. Гризман. Яник Караско. Положение вне игры. Хорошо мяч перехватили в атаке. Суарес. Антуан Гризман. Мяч за пределами поля. Атлетико подаст угловой. С углового подает Коке. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Мяч потерян. Шеймус Коулман. Кунал. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Караско. Четко, надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Кунал. Слишком сильный пас, вратарь заберет мяч. Луис Суарес тащит мяч вперед. Гризман. Жезус. И это удар! Есть шанс выйти вперед. Есть первый гол в игре. Счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Антуан Гризман забивает гол. Очень ценный игрок для команды. Делает то, что умеет и то, что любит. 1-0 в нашей игре.
Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Гризман. Суарес. Антуан Гризман. Спаса. Первый тайм завершен. Одна. Начался второй тайм, и после первого Атлетика выиграл. Проиграл этот эпизод игрок, ошибается. Гризман. Гол от штанги. Какой-то совершенно непонятный получился удар. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что так и было задумано. Однако факт есть факт. Мяч в воротах, и болельщики ликуют. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Атака остановлена, но кто получит мяч? Яник Караско. Это вне игры. Обоюдные замены проводят наставники команды. Суарес. Вот ведь парадокс. Будучи выдающимся игроком, Луис Суарес в первую очередь знаменит своими неспортивными поступками. Суарес, или как его теперь еще называют, Кусарес. Антуан Гризман. И он забивает. И это, между прочим, третий гол. Он оформляет хет-трик. Если чудо не произойдет и кто-нибудь его сегодня не переплюнет, то перед нами, безусловно, герой встречи. Но чтобы его переплюнуть, надо забивать как минимум 4. Но вряд ли мы такое сегодня еще с вами увидим. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Атлетико отправляет мяч в сетку. И продолжают забивать и забивать. Дается им. Альваро Суберон. Шеймус Коун. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Друзья, вы поворот-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. На замену решился тренер. Суарес. Есть вариант развития атаки. Передача, где-то там есть Суарес. Выбит мяч из штрафной. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Гомес. Антуан Гризман. Какой момент у Караско! Но если с такой дистанции не забивать, то откуда же бить-то тогда? Тут явно пошло что-то не так. Он старался, видимо, пробить на точность, но то ли в последний момент передумал, то ли мяч с ноги свалился. В общем, получилось то, что получилось. Хави Фуэго. Гризман. Габриэль Жезус. Суарес, забивай! Суарес кладет мяч в сетку. Суарес сегодня играет просто превосходно и ничего не может с ним поделать оборона соперника. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. А на трибунах-то полнейшая тишина. Да, приуныли болельщики, праздновать-то особо нечего. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку.
А вот в эту новость нужно обязательно вникнуть. Есть игрок впереди, пройдет передача. Откровенно плохо сыграно в обороне. Аж отличный удар. Очень перспективный момент. Тучи сгущаются. Скоро ли грянет, так сказать, гром? Пока что сохраняется комфортный перевес, но моменты возникают регулярно, один за другим. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Очень рискованный подкат в штрафной площади. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Не может такая слабая игра остаться без реакции на трибунах. Недовольные такой провальной игрой болельщики, их команда должна что-то предпринять. Нельзя так своих фанатов подводить. Гомес. Раско, подача. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. 3 минуты до конца основного времени. Гомес. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Луис Суарес. Антуан Гризман.